Здравствуйте! Сегодня я решила приготовить курицу с шампиньонами в сливочном соусе. Для блюда нам потребуется полкило филе грудки, 200 грамм шампиньонов, 50 грамм сливочного масла, лук порей. Если у вас нет пореи, можно взять обычный лук, но я беру его, он намного нежнее. И тушеный на сливочном масле он придаст нежность нашему блюду. 200 грамм сливок нужны, и специи, соль, перец, итальянские травы и кориандр. Итак, приступим. Нарезаем лук. На сковороде растапливаем сливочное масло. Выкладываем лук на сковородку и немножко притомим его с маслом. Лучок стал мягче, и мы добавляем шампиньоны нарезанные. Нарезали шампиньоны, добавляем их к нашему луку. Не забываем помешивать шампиньоны с луком. И пока лук тушится, мы порежем филе грудки куриной. Порезали на мелкие кусочки. И теперь добавим к шампиньонам и луку куриное филе. Мы выложили на сковородку курочку. Теперь нужно добавить все специи. Так я посолила, поперчила, добавила итальянские травы и кориандр в зернах. Теперь нужно все перемешать. И после того, как мы перемешаем, накроем крышкой. И минут 20 будет у нас под крышкой филе готовиться. Пока курочка готовится, на другой сковородке мы посушим столовую ложку муки. В муку мы добавили сливки. И до загустения будем мешать, чтобы получился сливочный соус, который тоже нужно слегка присолить. Специи не используются, потому что мы обильно посыпали специи в курочку. Прошло 25 минут, и наша курочка готова. Я подаю ее с зеленью, помидорчиками, огурчиками. Отдельно в соуснике подаем наш сливочный соус. Вот такое блюдо вкусное у нас получилось. Всем приятного аппетита! До новых встреч на моем канале! Пока-пока!